Порто, порто. Порто? Порто. 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 В порту. Если для тебя сервисный слой ⁇ это верх архитектурного решения, то для тебя у меня плохие новости. Бизнес-логика в контроллерах, бизнес-логика в моделях и даже чуть-чуть во Вьюхе. Начинающий может не соображать в шаблонах проектирования. Он может не уметь хитрые алгоритмы писать. Но если он приходит в, и в твоем приложении сделанном умная модульная архитектура у тебя внедренно порту или что-то подобное про порту он может быть не сможет хитросплетение с классами сделать но благодаря тому что он по папочкам по этим простым законам просто разложит код по папочкам он уже будет понятен то есть Junior сможет писать более менее понятный код просто раз раскладывая его по, -по папочкам Понимаешь, в чем дело? А если такое, этого нету, если он будет, вот как Тейлор, как батя Тейлор сказал, спасибо, Тейлор, там, за тебе. Все, это все приведет к тому, про, про что я вот рассказывал. Функционал называется Хирабора X. Ну, модель для этого и создана, это нормально. Контроллер жирный, да это нормально. В экшоне все дело, но он для этого и создан. Вот. Гуманитарий, хочешь денег заработать, я тебе из, из себя мидло сделаю, запросто мидлом сделаю. Любой гуманитарий запросто программирование может стать мидлом. Дальше идти ему не обязательно, Он, большинство людей на мидлах остается. Сервисный слой, это, я тебе скажу, это говно. Я скажу, давай, до свидания, я пойду да, дальше, какать пойду. То, что тебе сэкономили время. А времени я тебе сэкономлю. Даже вот то, что с учетом здесь воды полно, я тебе времени сэкономлю. Охереешь сколько. Годы, Годы я тебя сэкономлю, чем если бы ты ковырялся сам. Приветствую вас, друзья. Итак, наконец-то продолжаем изучать, хотел сказать, шаблоны проектирования. Не совсем, почти. Мы начинаем возвращаться в Ларавель. Да, как ты помнишь, у нас был и есть видеокурс по Ларавель, который был нацелен и на изучение базы Ларавель, и на изучение правильной, разумной, скажем так, не а разумной архитектуры. Построение приложения, которое можно было бы расширять, которое можно было достаточно просто поддерживать, которое можно было достаточно просто разобраться. Да, и потом мы свернули, для того, чтобы сделать подводку именно уже к архитектурным решениям, мы свернули в шаблоны проектирования. Шаблона, курс по шаблонам проектирования это, так сказать, спин-офф от курса по, текущего курса Laravel. Для того, чтобы начать э, внедрение разумной архитектуры, нам потребовалось окунуться в шаблоны, чтобы э, осознать, каким образом можно работать с объектно ориентированным программированием. Осознать то, что э, классы э, не просто так создаются можно с помощью них решать очень какие-то серьезные сложные задачи, которые нам могут облегчить понимание нашего кода, облегчить решение каких-то определенных задач. Нам даже в этом не важны, какие задачи мы решали с помощью шаблона проектирования. Нам в этом плане важнее... Вот научиться определенным приемам, научиться по-разному как-то манипулировать э, с э, классами и понимать, что можно делать вот такие вот хитрости, какие-то серьезные вещи и так далее. И после этого, когда мы, мы еще не до конца прошли, и по шаблонам проектирования я закрою их все, забегая вперед, скажу то, что э, те шаблоны проектирования, которые рассказаны, показаны в Википедии, русскоязычный. это, наверное, даже не половина тех, что есть. Есть еще куча шаблонов проектирования, которые полезные, но которых вот в Википедии на страничке нет. Там, там вот база, основа, с которой можно начать. Вот, рассмотрим все, и базу, и с лихвой дополнительно все, со временем. Так вот, мы окунули шаблоны проектирования, и теперь вот я считаю, что можно уже переходить к архитектурным решениям. К архитектурным решениям. С одной стороны, шаблон проектирования, я так называю данное архитектурное решение, порто, шаблоном проектирования. Буду по-разному называть. Иногда буду называть шаблон проектирования, иногда буду называть идеология, иногда буду называть как-нибудь иначе. Да, суть одна. Порто, подход, подход буду называть иногда, подход Порто, он гораздо проще, чем шаблоны проектирования. Есть шаблоны проектирования, которые вот уже мы изучили, которые гораздо сложнее, но он достаточно объемный. То есть за раз обхватить это все и запомнить будет сложно. Но постепенно, просматривая кучу простых, небольших определений, которые есть в Порту, мы его изучим достаточно легко, да. И к нему нужно было подходить как раз после того, как вот мы познакомились с ООП, как можно делать, познакомились шаблоны, знаем, куда копать в случае важных задач, какие еще шаблоны есть, мы, мы этот путь уже чуть протоптали, мы знаем, что там еще что-то, еще можем еще сходить, еще посмотреть. Вот. А, для того, чтобы понять вообще зачем нам это надо, потому что э, некоторые люди не понимали, зачем мы внедрили репозитории. Да, вот тот э, код курса, когда тема была репозиториев, некоторые люди начинающие, они не понимали зачем. Утверждали то, что моделька, надо все в модели делать, и то, что модель может разрастись нам на 2-3 на тысячи строк, они говорили, это нормально. Ну, модель для этого и создана это нормально. Контроллер жирный да это нормально. В экшоне все дело, но он для этого и создан. Реально, люди так думали, и так писали, и спорили. И переспорить их было невозможно. Вот. Поэтому э, перед тем, как рассказывать про порту, необходимо объяснить, разжевать, какие, э, какие проблемы могут быть. И каким образом их можно решать, и что будет, если их не решать. Поэтому рассуждений будет много. Воды будет много. Если мои рассуждения я считаю их нужными и верными в процессе обучения начинающих, если они тебе кажутся водой, внизу под видео ссылка на порту. На саму вот эту идеологию. Ссылка на опиата. Опиата это реализация порто от самого разработчика Махмуда, как он это видит реализацию. Реализация на Ларавель. все идешь туда, там, там все сухо, ничего лишнего, никто ничего уговаривать тебя не будет, никто разжевать тебе не будет, все. И для любителей английского языка там все на английском языке, вот как ты любишь, там поправляли меня, что я там что-то неправильно говорю. Все на английском языке, братан, как ты любишь. Вот. Поэтому рассуждений здесь будет много. В первую очередь я вот эти видео, все свои видео готовлю на неподготовленного человека, который, э, который даже гуманитарий. Но в силу определенных причин он понимает, что в гуманитарных профессиях он не заработает, а в программировании он заработает. Я, я сделаю так, что любой гуманитарий, как минимум, станет мидлом. И для этого мне нужны эти рассуждения. Понял? Вот так. Не понял? Иди в ссылку. В ссылку иди вон там. Внизу, в описании, блять. лайк на нее забудь поставить. Вот. Гуманитарий, хочешь денег заработать? Я тебя из тебя мидло сделаю. Запросто мидлом сделаю. Любой гуманитарий запросто программирование может стать мидлом. Дальше идти ему не обязательно. Он, большинство людей на мидлах остается. Теперь, теперь давай перейдем к тому, для чего вообще это надо. Да? Какая может быть проблема? Зачем вот это порту внедрять? Если я начну рассказывать сразу про порту, появится много вопросов. Да, как я и говорил, люди не понимают, зачем репозитории нужны. Давай все в моделях иррачить. Они не осознают тех проблем, которые к ним придут. Они этого не понимают. Поэтому нужно объяснить, какие проблемы будут, если придерживаться базовой архитектуры и для чего оно вообще надо. Итак, Laravel, как и любой другой фреймворк, он нам изначально из коробки предоставляет базовую архитектуру. Вот здесь у тебя лежат контроллеры, вот здесь у тебя лежат джобы, вот здесь лежат консольные команды, вот тут ты можешь сам папочку сделать, репозитории. Да, репозитории, они на текущий момент они не являются составной частью фреймворка обсерверы, модели, джобы. Вот, я открыл, вот здесь вот все видно. Как Laravel предлагает, что где хранить. И для примитивного приложения, простого приложения, этого достаточно. То есть ты можешь для простого приложения создавать контроллеры там, где Laravel тебе сказала, модельки прям туда же создавать, куда она говорила, Ларавелька джоба и так далее. Для простого приложения не вопрос. Даже можешь делать толстые контроллеры, даже можешь делать толстые модели. Если что-то простое, либо, либо что-то простое можно так делать, либо когда а, тебе нужно подготовить приложение, чтобы посмотреть, как оно вообще будет работать вообще. Стоит, не стоит, вот такую херабороду запускается. Некую модель приложения можно тоже быстренько накидать. Клиент посмотрит, скажет, ну, блин, ну давай, давай теперь по-серьезному напишем. Или скажет, ну, блин, нет, что-то я в голове у меня было одно, а вот сейчас что-то смотрю как-то вот ну, не Катя, Давай, не будем, проект, на тебе вот деньги. И клиенту выгодно за короткий срок, чтобы ты накидал. И надо его предупредить, я буду сейчас говнокодить, но быстро, мы сделаем, посмотрим. Потом потратим еще время, я заново все это перепишу. Вот, тогда можно. Но еще нужно задать себе вопрос: если ты делаешь действительно что-то примитивное. Может, лучше на cms какой-нибудь сделать? Зачем? Зачем велосипед изобретать? Если уже велосипедов вон там много стоят, вон там еще больше стоят велосипедов. Они уже обкатаны, их поддерживают. Годами работают. То, что там внутри WordPress говнокодище, кто-то говорит говнокодище, кто-то нет, пофигу! Если этот велосипед тебе подходит, ты даже то лазать не будешь. Да? Нужно обратить на это внимание, рассказать клиенту, даже если его ТЗ как-то отличается, рассказать, что есть. И может быть он скажет: а ну давай тогда вот так да, и тебе останется только настроить это все и отдать ему. Может быть так, да, если что-то примитивное делаешь. На фреймворке же нужно уже делать что-то серьезное, да, и на фреймворке, я рассматриваю приложение на фреймворке, оно уже должно быть средней величины какой-то, средней или более высокой величины, более выше, где код будет разрастаться, где будет появляться функционал, где что-то нужно будет возвращаться, что-то менять, что-то отключать. Один функционал отключил, другой включил. Приложение будет жить своей жизнью, подстраиваясь под, под рынок, под бизнес, под какие-то условия, под досатаки и так далее. И вот тогда да, тогда нужно делать на фреймворке. И теперь возвращаемся к базовой архитектуре. Вот, он, вот у нас базовая архитектура, вот она все дает. И можно начать работать с ней. Со временем приложение начнет разрастаться. И у тебя появится первая мысль, а давай я сделаю что-то много контроллеров, и давай я под папку сделаю. Вот у нас блог, я сделаю, у нас будет под папка с блогом, под папка с магазином, под папка еще где-то еще там под папка будет, да, в контроллерах. Но э, у магазина э, очень много механик. Например, механика работы с заказом. У тебя появляются джобы по работе с заказом. Тоже сначала у тебя джобы плодятся, потом ты тоже решаешь организовывать их по папкам и все вроде бы хорошо. Заходишь в джобы, у тебя куча подпапок, которые вроде как бы вроде нормально называются, вроде понятно называются, да? папка orders, ну наверное там про заказы, папка там messages, ну, наверное там отправка какие нибудь сообщения, да, как бы вроде все логично. И вот так оно у тебя приложение растет, растет, ты в базовой архитектуре делаешь под папочки, делаешь какую-то, может быть, отдельную папку ставишь, чтобы там нечто базовое, да, например, базовый контроллер туда, э, не контроллер, а репозиторий какой-то. По папкам -пап разбиваешь, и приходит тебе новый работник. Приложение растет, бизнес растет, деньги идут, можно выделить деньги на еще одного работника, да, потому что и задачи увеличиваются, и ну и деньги есть, кому платить зарплату. <coughs> Приходит разработчик, и ты говоришь: "Слушай, вот ты будешь у нас отвечать за функционал заказов на сайте. Вот все, вот все, что касается заказов, все задачи, они будут падать к тебе. Вот тебе наш проект, все, ты его поднял." запустил ну видишь там по папочкам все удобно смотри как я классно разбил по папочкам все понятно все же понятно же да смотри какие толстый контроль ну хер с ним блин ну тут вот зачем его выносить пусть там будет моделька ну, да, ну зачем выносить -то? это же моделька вот и вызвала модельку orders пусть она тебе все и расскажет что она умеет нормально пусть будет вот по папочкам разберешься да и человек он смотрит и охеревает. У него нет единого понимания, что вообще, какой функционал по заказам у нас имеется. Потому что наша бизнес-логика, она вот так вот, как маслом по хлебу, вот так вот, размазана по всему, контр... по всему приложению. И в джобах что-то есть про заказы, и в консольных командах что-то есть по заказу, и в папке requests-там что-то есть по заказам. И в папке контроллер что-то есть под заказом. В несколько подпапок, которые касаются заказов. И единой картины у него в голове не будет. У него единая картина будет приходить постепенно. Одну задачу дали, он поковырялся, что туда по всему проекту полазал, там кто, куда идет и так далее. Тяжело. Тяжело. Если есть главный программист, который сразу подскажет, а, слушай, вот эта задача, то вон там файлик, вот тут файлик, вот этот метод, вот этот метод, все, там, там, короче, все. И вопросов нету. А может такое быть, что главный программист, ты пришел, а, братан, вот две недели работаешь, что вот я тебя спрашиваю, вопросы будут, спрашивай, а я, короче, увольняюсь, ухожу. Устал я в этой архитектуре, ковыряться. Давай. И вот когда он уйдет, начнутся проблемы. Дальше. Еще одна проблема подобного подхода, так сказать, база, базового архитектурного подхода. Есть сущность заказ или сущность пользователь. И надо написать функционал расчета зарплаты, допустим. Ну или неважно, есть заказ, нужно написать функционал по обработке заказа какой-нибудь, да, отчет какой-нибудь по заказу. То есть есть сущность или группа сущностей и нужно наделить каким-то функционалом. Функционал называется хирабора x. Первый самый базовый подход, как люди начинают писать функционал, это то же самое, что у нас уже есть. Это размазать весь код как маслом по бутерброду. Ну что у нас нужно для расчета зарплаты? Так, у нас есть моделька user. Ну вот, мы, нам нужно несколько методов данные получить от юзера. Давай в модельке, ну, юзер же, пусть он о себе расскажет. Создаем, создаем там 5 методов в модельке юзер, которые сделают часть бизнес-логики. У нас есть еще запро, запросы к базе данных. Так, у нас есть. Несколько репозиториев для нашего функционала херабора X. Вот в этом репозитории, вот в этом репозитории и вот в этом репозитории. Общей, общей сложностью новых 15 методов добавим. Там, там и там. И еще, может быть, четвертое добавим. А, нет, хотя, наверное, четвертый ну зачем? Давай перенесем вот это вот Herobora. Ну, конечно, ее надо в репозитории, но мы ее в модели сделаем. Вот, и получается функционал задача будет решена. Задача будет решена, так как попросил заказчик. Зарплату посчитать? Пожалуйста. Там какой-нибудь отчет по, по, по заказу, да, по заказам. сделаны таким же способом. Пожалуйста. Все работает, все вообще чики-пуки заходит, работает быстро. Там SQL запросы оптимизированы, все классно. Через год заказчик говорит, слушай, у нас вот этот функционал есть. Хирабора X, помнишь, делали, да, год назад. Давай его выпилим, нахер не надо. Допустим, это функционал Хирабора X это даже и не зарплата, но которая может очень долго быть, и не отчет, который тоже может долго быть. Допустим, это функционал для работников, продавцов, да, у нас допустим у нас магазин, магазин интернет-магазин, там у нас есть менеджеры, которые обслуживают клиентов, принимают звонки, обслуживают заказы мы внедряли, допустим, для них некую форму игры, конкурсов, чтобы они друг с другом соревновались, чтобы вот этот элемент игры внести. Кто больше заказов сделал, кто больше за работает работает, у кого больше успешных заказов, посмотреть, сколько человеку заказов пришло, работнику, и сколько из них положительные, да? чтобы понимать эффективность работников, чтобы у них была вот этот элемент игры, чтобы они... И, и, и либо поощрять самых хороших, кто очень хорошо работает, ну либо наказывать, когда ты понимаешь, что человек, там, один человек 15 заказов отработал при прочих равных условиях, а другой 3. Ну, наверное, если ты будешь сокращать работников, наверное, вот надо уволить, который три заказа отработал. Хотя надо проверить, почему он три заказа отработал. Может быть, его левой работой загружали, не свойственно ему. Он что-то полезное делал, может быть. А вот на заказах это так отразилось, да? Но это другой же вариант. Вот. Суть в том, что мы написали херабора X. Я рассказал, как мы ее писали. Тут в модельке там контроллеры добавили, вон там добавили еще задачку в кроне добавили, которую данные каждые полчаса собирает данные там куда-то сохраняет. Тут добавили 10 таблиц новых добавили для всего этого. Джобы там чуть там чуть там в, в, в общих репозиториях там по, по 5 методов в каждом репозитории добавили для этой задачи и начальник через год говорит слушай вот у нас вот этот вот херабора X помнишь ты делал функционал ну или ты там Вася Пупкин делал ну, короче мы отказываемся от этой штуки все выпиливай как ты будешь выпиливать как ты будешь выпиливать ну тот чувак, который так код писал, он скажет, ну я ну там кнопка есть в меню, когда ты попадаешь в эту функционал херобора X, я ее просто скрою в шаблоне и все. Выпилить 5 секунд. И берет, скрывает кнопочку эту, где ты попадал, или пункт в меню, где ты попадал в этот функционал херобора X. И все. И заказчик думает, что выпилили. А выпилили ли? Ли? Нет. Этот код стал мертвым. Его прочно втоптали. Вот во все приложение, он втоптан. Его положили, вот так, раскидали, затоптали. Ну, допустим, работник, программист, он более-менее ответственный. Ну, ты реально думаешь, что он так, это в этом функционале используется. Моделька. Дай-ка я отыщу все методы, которые мы тут используем. Он реально сможет отыскать. А ты, ты помнишь, да, у нас моделька 2000 строк. Он реально сможет найти все методы, которые относились к данному функционалу и больше нигде не использовались. Я тебе отвечу: нет, не сможет. Он не будет этим заниматься. Он сможет найти все задачи, которые лежат в кроне, а в кроне может быть уже накопиться очень много задач. Там список на несколько страниц, если каталогизировать, кто там в кроне работает. И, и очень много пересекаются. Задачи в одно и то же время запускаются. Он сможет найти задачи в кроне, которые обслуживали работу Херобора X. Я тебе скажу, не сможет. Там, там может... Он вот так вот кнопочку скроет. Функционал останется, и эта херобора X будет каждые полчаса делать какие-то сложные запросы. И может быть там в кроне запрос сначала был очень простой, который выполнялся за доли секунды, так херак выполнился. Но тестировали его на малых количествах запроса, да, в самом начале. А когда табличка разрослась, оказывается, что теперь этот запрос выполняется 4 секунды. И все бы ничего, в обычный режим работы ты, может, даже это и не заметишь. Сервер хороший, что там, SSD-шники стоят, процессор нормальный, оперативки много, все как бы нормально, а потом херак какой-нибудь праздник, и количество клиентов, которые к тебе приходят, многократно увеличивается, экспоненциально, блин, увеличивается, вот всем сразу нужно, блин, черная пятница, там какой-нибудь женский праздник, там мужской праздник, в зависимости от того, что продается, вот моментально увеличивается. То есть в повседневной жизни тебе какой-то мега-серьезный э, сервер-то и не нужен. Он есть у тебя, он с лихвой там, в два раза по, это, покрывает твои запросы. То есть ты эти запросы на 4 секунды, ты их не замечаешь. А как только наплыв увеличивается, вот этот вот запрос, а судя по тому, как ты написал там код, таких запросов будет немало. Вот тогда начнутся проблемы. В тот момент, когда нужно лопатой грести деньги, когда нужно зарабатывать, когда люди к тебе идут и говорят: Куп, дай нам товар, нам этот товар нужен. А ты не можешь их обслужить, потому что у тебя все падает нахер. И это полбеды. А еще могут быть конкуренты, которые начнут вот в этот момент тебя досить. Ты можешь сказать: ну, у нас админ есть, он там. Через специальный сервер, сервис, там есть такие сервисы, которые защищают от DOS-атаки. Мы подключаемся на праздники, и все нормально. А бывают такие dos атаки которые этот сервис пропускает. У тебя мало того, что э, сайт не выдерживает потока клиентов, ну, может быть, там крыхтит-пыхтит. Еще dos атака начинается. В тот момент, когда нужно зарабатывать деньги. И все. И падаем нахер. И ладно, Херсин скажет, ну блин, ну ладно, ну, ну всех денег не заработать там, и так далее. Проблема в том, что ты теряешь клиентов. Клиент пришел, получил долю негатива, и он больше на этот сайт не придет. Он не будет разбираться в проблемах, почему сайт ему не ответил, почему его заказ не обработали. А заказ мог там куда-то потеряться, исчезнуть, блин, в недрах нагрузок и так далее. Он не будет, не будет об этом думать. Он, он поймет одну вещь. Он хотел сделать подарок, и у него, он заплатил, может быть, даже деньги, и у него не получилось сделать подарок. Заказ не доставили. Забыли про заказ. Упустили. Он сделал заказ, сайт упал. Ему непонятно. Сайт упал, он сделал заказ, довольный. Уходит, закрыл сайт, и в это время сайт падает. И заказ обработать не могут. И ему никто не позвонит. И он не позвонит. Он не помнит там. А он думает, что все хорошо, сейчас там привезут. Гапаш, с, все привезу. Нет. Вот это проблема, с которой мы столкнемся. И вот зачастую это старый код, он, он мертвый код. Вот словосочетание мертвый код, оно не просто так придумали. Это не у кого-то там мертвый код где-то давно код мертвый код. <laughs> не не, не уходом непонятного в оси X, это у тебя он будет, у тебя будет, если ты будешь вот так вот программировать Как вот в базовой архитектуре, толстые модели, толстые контроллеры Когда есть сущность, есть Herobora X функционал, и ты размазываешь вот так вот везде Вот к этому все придет и ты задолбаешься искать, где эти запросы, кто эти запросы делают. Нужно оптимизировать запросы, задолбаешься искать, выуживать вот эти сложные запросы. Ты можешь сказать, ну я тесты сделаю, там, покрою тесты. Если ты вот такой вот код пишешь, какая может быть культура тестирования у тебя в голове? Да никакой. Вот так. Проблема ясна? Надеюсь, что ясна. Как смог, описал. Ужас весь этот, в который можно попасть. Есть несколько вариантов, как не попасть в этот ужас. Вариант номер один, самый простой. Ты ничего не учишь, ты ничему не обучаешься. Всех таких, как я, которые там тебе что-то пытаются рассказать про вот это вот классы, ты посылаешь нахер, говоришь, что контроллеры, они для того созданы, чтобы вот там все делать. Бизнес-логика в контроллерах, бизнес-логика в моделях и даже чуть-чуть во вьюхе. Можешь так говорить. Приходишь на проект, говнокодишь, понимаешь, что тебе уже некомфортно с этим говнокодом работать, какой-то стресс, там простые задачи выполняются часами, когда должны выполняться минутами. И ты увольняешься и идешь дальше говнокодить. <coughs> так, постоянно прыгаешь, прыгаешь. Сейчас рынок большой, на собеседованиях там по ушам загоняешь, типа, я да, это да вы чё? я там такой крутой, я не хочу ваше тестовое делать, я много знаю там карате, кунг-фу, муайта и много других страшных слов, я с этим всем знаком. То есть, если правильно заговорить, если правильно внедрить там, по ушам проехать, тебя, может быть, даже возьмут и без тестового задания, ты придешь, накакаешь и дальше свободное плавание самый простой вариант выхода из ситуации. Более сложный, более сложный это вот пробовать э, варианты решения данных проблем, про которые я рассказал. Базовая архитектура это хорошо. То, что Тейлор э, не внедряет сюда что-то более сложное, в этом ничего плохого нет, потому что, скорее всего, у него идей о самой внутренней структуре фреймворка, я думаю, вот так, вот он их успешно реализовывает. Какие-то хорошие идеи, какие-то не очень, это уже другой вопрос. Вот, внедрять сюда какие-то архитектурные решения, может быть, и можно. Но тут я не, не, не могу судить. Что нас спасает из данной ситуации? Тоже был один чувак, в комментариях писал, начал критиковать мой код то, что я тут говнокожу в фреймворке Laravel. Он упустил тот момент, что я говорил, что мы будем говнокодить, чтобы понять, что такое говнокод. И благодаря говнокоду толстым контроллером гораздо проще базу Laravel изучить. И также я говорил, то, что мы потом будем адаптировать код, делать его более правильным. Ничего этого он не услышал. Он увидел, открыл книгу в середине, говнокод, и начал мне рассказывать, что типа я пишу говнокод, я говорю, братан, ты, я тебя прощаю, ты, наверное, не посмотрел первое видео, но я тебя прощаю за это. Ну вот смотри, оно у нас вот так вот. Курс у нас идет вот таким вот образом. Он говорит, он мне пишет, но знаю я вас, не будешь ты ничего рефакторить, никакой то архитектуры показывать не будешь. Ты вообще знаешь, что такое сервисная архитектура? Надо сервисный слой. Ты вообще слышал про такое? Пишет мне. говорю, братан, если для тебя Сервисный слой — это верх архитектурного решения. то для тебя у меня плохие новости. И, к сожалению, этот разговор с этим человеком зашел в тупик, потому что ну, никак. Вот это непробиваемый баран. Если ты смотришь баран, тебе привет. Непробиваемый. Вот просто вот никак. У меня товарищ есть, он верит в плоскую землю по-настоящему верит. В мировые заговоры, в чипизацию. Сейчас ковид идет, это все специально, чтобы чипировать. Он все в это верит. Никаким способом не, получа... не получится с ним дискутировать, как-то переспорить. Это ноль. Вот эффекта ноль. вот здесь было то же самое. Все, вспомнил, куда я вел. Первая мысль у тебя получается разбивать по под папкам. Но, ну, как я, как я рассказывал, мы уже это все отмели, эту мысль. Она нас не уведет в добрые, хорошие дали. Потом появляется модульность. Вот модульность – это уже нечто хорошее. Сервисный слой – это, я тебе скажу, это говно. Это плохо. Сервисный слой – это плохо. Это плохо. Очень много товарищей присылали мне на собеседование, выполняли тестовые задания и внедряли сервисный слой. Никто из них не сказал, что такое сервисный слой. Определение не дал. Но все они делали сервисный слой гад-объектом, божественным объектом. Все, что можно было собрать из контроллера, собирали, клали туда, получался жирный, неповоротливый объект, который и работал с базой, и делал какую-то бизнес-логику, и отправлял письма. Он делал все. Он делал все. То есть то, что человек хотел захерачить в контроллер, он молодец. Он куда-то дальше, он понимает, что толстый контроллер это плохо. Он увидел на Хабре статью про сервисный слой. И он сделал отдельную папочку «Services» там, или еще как-нибудь назвал. Может быть, даже там под папочки есть. И вот там куча таких вот гад-объектов. Ни разу, вот сколько я просматривал э, код соискателей, которые использовали сервисный слой, никто, как я и говорил, не рассказал, что такое сервисный слой. То есть люди не понимали, что там должен быть и какие, какая ответственность у этого сервисного слоя. Никто не понимал. А таких было много. Первая мысль это разбить по папкам, вторая мысль это сервисный слой. Да, сервисный слой можно его использовать, чего бы нет-то. Это лучше, чем толстые контроллеры. Это хоть какой-то порядок. Следующим шагом идет вот эта так называемая модульность, либо там доменная архитектура. Когда уже некий, некую бизнес-логику ты определяешь по модулям. Модульность такая. Модуль управления заказом. Или их может быть несколько модулей управления заказами. Например, модуль управления заказами на стороне клиента, модуль управления заказами на стороне э, админки э, и так далее. Модульная архитектура, доменная архитектура. Вот Во втором Zend, я не знаю, как в третьем Zend, э, во втором Zend модульность была из коробки. Да, они уже тогда это поняли, что надо это внедрять. Но Zend Framework 2, он сам по себе был э, очень кривой, это вот реально фреймворк для мазохистов, для тех программистов, которые любят делать себе больно. И окружающим программистам тоже, набрать таких же мазохистов и вместе там херачить на втором зенде, блин. Вот, это была боль. Модульность уже, это уже э, тот именно тот способ, э, с помощью которого ты можешь разделять логику. И когда ты говоришь человеку: э, Братан, ты у нас будешь отвечать за заказы, за функционал заказов. Вот тебе папка модуль по заказам. Все. И он, и он четко понимает, что вот она папка одна. И вот там все по заказам. Там кроны, там команды, там джобы. Все, что относится к функционалу заказов. Лево нету ничего. Он заходит в папку крон, он понимает, какие задачи в кроне выполняются. Он заходит в контроллер, он понимает, какие есть контроллеры. Да? Уже дает э, модульность это вот тот позитивный шаг, который надо делать. <coughs> И тут, э, тут, но тут становится, появляется много других вопросов. Надо понять, что такое все-таки, что такое модуль. Э, могут ли у модуля быть подмодули? Как могут ли модули взаимодействовать как-то друг с другом? Может ли модуль 1, модуль x обратиться к репозиторию, который находится в модуле y? Может или не может? Ему нужна та же самая функция. Появляется много вот таких вот архитектурных вопросов. И тут приходит вот это вот самое порто. Я много видел различных способов, ну нет, на самом деле немного, несколько. Есть готовые пакеты по модульности, вот так, какие-то более сложные, какие-то более простые. Но вот самый, который мне запомнился, подход, именно подход, это порто. Он отвечает на очень многие вопросы. И про связность, и что такое э, конкретный модуль. Там у него у, у, в порту своя, э, свое понимание модульности, там свои определения дают. Они специально, умышленно, видимо, э, отошли от... Э, э, <клёв> От вот этих э, бытовых названий модуль или там домен, и внедрили нечто свое, чтобы не было путаницы. Да? Ну, я, так, я так думаю, чтобы не было путаницы, они там не, некоторые свои моменты внедрили, свои названия. И правильно сделали. Чтобы не было у тебя в голове никаких ассоциаций других не возникало. Потому что ты, может быть, с модульностями работал, у тебя в голове уже э, ты понимаешь, что такое модуль, и когда в порту будут тебе говорить, а вот у нас модуль этот, ты будешь путаться, блин, так модуль это или модуль вот это, а почему он такой и так, или сякой. А здесь они внедрили другие определения, и все становится понятно. Моментально все становится понятно. Вот, и... Порту, архитектура порта, она отвечает на многие вот эти вот базовые вопросы что должно быть что не должно быть кто как какие классы там могут быть где они могут должны быть расположены как они должны работать как они могут они взаимодействовать или не могут какие правила взаимодействуют друг с другом объем не маленький но все просто на самом деле да, гораздо проще чем даже этот шаблон проектирования одиночка вот если ты понял шаблон проектирования одиночка то и поймешь это. Но лучше, конечно же, если вдруг ты случайно пришел не на этот, но ты не смотрел курсы по шаблону проектирования, посмотри хотя бы по диагонали. Надо себя чуть подготовить. Порто не является идеальным. На мой взгляд, невозможно написать идеальный код. Так или иначе, прилетит какая-то задача, которая сломает себе твою вот архитектуру. В рамках твоей архитектуры будет сложно ее реализовать. Либо кто-то придет и раскритикует так, либо кто-то придет и раскритикует всяк. Э, э, главное, чтобы та архитектура, которую ты используешь, она э, решала большую часть проблем по нахождению каких-то, по нахождению ошибок, по, по пониманию, что в коде происходит, по разграничениям вот этим. И Porto с этим успешно справляется. У нас есть опыт в нашем приложении, у нас есть опыт внедрения именно архитектуры Porto. Да, не опиата, а именно порт архитектуры. Позаимствовали и два модуля у нас есть, которые именно вот так вот написаны. И код в них, он в разы понятнее, чем вот код в каких-то других моментах. У нас много разных пытались так или иначе оптимизировать. Разные способы оптимизации смотрели. Вот Порто себя зарекомендовал в боевом режиме очень-очень хорошо. Собственно, именно поэтому я делаю по нему обзор, а не просто потому, что мне так захотелось. Он действительно крут. Он не идеален. Докопаться можно до всего, до чего угодно. Но... Некоторые моменты можно обойти, некоторые нельзя обойти. Вот, но это, на мой взгляд, для э, среднестатистического э, программиста это отличный вариант. Порту, архитектура Порту, отличный вариант. Плюс она очень гибкая, эта архитектура. То есть от каких-то моментов, если ты, у тебя опыта нет, когда я начну рассказывать, что там э, про вот эти нюансы порта, ты можешь подумать, что О, вот это лишнее, и вот это лишнее. На самом деле ничего там лишнего нет. На самом деле вс все то, что там появилось внутри, это все продумано, обдумано, и э, не просто так это появилось, это для решения каких-то определенных задач. То есть если вдруг ты от этого избавляешься, то порта перестает тебя защищать от определенных угроз, связанных с разработкой кода. Но если ты неопытный, тем может да, реально показаться, ну вот это вот лишнее, а вот это зачем, да я по-другому сделаю. И порта в этом вопросе, он достаточно гибок. Он говорит, что ну вот тут, ну ты можешь посчитать вот это лишним, ну не делай, вот избавься от этого слоя ничего страшного нет, сделай вот так. Порта обеспечивает себе абстракцию над фреймворком. Это уровень абстракции ты выбираешь сам. Хочешь делать тотально, освобождайся от фреймворка, что я считаю невозможной задачей. Хочешь минимально, а хочешь вообще нет, не, это, не абстрагироваться. Но абстрагироваться лучше абстрагироваться базовым, самым простым методом. Порта раскладывается все по полочкам. Еще раз, еще одну аналогию, аналогию э, расскажу Ш, про, про архитектурное решение для понимания, э, зачем это нужно. Представь, что у тебя есть товарищ, который, э, который работает руками, мастер своего дела, ну, там, токаль, токарь, столяр, там, какой-нибудь вот э, такой вот рабочей профессии. Ты приходишь к нему в гости и говоришь, слушай, а покажи, как у тебя вот <coughs> я хочу это. Мне работа определенно нужно выполнить. Я думаю, может быть, с тобой там законтачится. Зачем я буду кого-то нанимать? А тебе лучше деньги дам и все. Сделаешь мне. Расскажи мне, что, чё... просто в двух словах. Что там, как там, инструмент покажи, чтобы я хоть понимал, да, как это вообще все делать. Я знаю, что вот мне надо это внедрить, но я понятия вообще не имею. Да, смотри, он подходит, показывает тебе свой, свой этот, рабочее место. Открывает шкаф, а, а в шкафу там, в ящике, отвертки валяются болты валяются, гайки валяются, вот все вместе. Вот все вместе валяются. Ты такой, блин, а что ты? Тебе первая мысль приходит, хоть ты и не плотник, и не столяр, не, не токарь, ты, блин, ну, отсортировал бы, что ли? Да зачем? Это же все вместе решается. Это вот, это пример толстого контроллера, если ты не понял, толстых моделей. Вот, за, за, открыл, тебе же нужно задачу решить. Это все, что решает эту задачу, лежит здесь. Открываешь, вот отверточка. Она плюс тебе нужен. а Ну-ка, ну-ка, сейчас. Сейчас, подожди секунду. На, вот на плюс. А, поменьше. Сейчас, подожди, нет. А, это минус. А, ну вот, плюс. О, видишь, нормально все. Бол, болтик. Сейчас, по, погодь. Где-то был. А, ну вот на... И ты начинаешь думать, блин слушай, братан, а что ты вот, ну, отсортировал бы по коробочкам, да, он в фикс прайс заходишь, там эти коробочки 50 рублей стоят. Да нахер это надо? Этот шкаф, он для этого и сделан, чтобы там вот это хранить. Вот я и храню. Что ты тут выдумаешь? Зачем мне усложнять? Блин, по 50 рублей. Да нахер это надо? Это вон жулики какие-то придумали там. Покупают в Китае за 3 рубля, а мне по 50 продают. Да нахер это надо? А что, дурак что ли? Ты не понимаешь, не лезь вообще. Ты же это вон. Тяжелее мышки, ничего не держал. -то -то. ну что ты лезешь-то? И ты думаешь, ты же программист? Думаешь, блин, если он так вот о себя организовывает. Я, конечно, не разбираюсь, как там делать вот эту мою задачу. Я, ну, я поэтому-то к нему и пришел. Но если вот у него такая организация, если у него такая логика, может, там результат будет с виду нормально, а на самом деле говно. Пойду-ка я к Васе схожу в гости. У меня же еще друг Вася есть. Приходишь к Васе, говоришь: "Слушай, Вася, такая задача, вот там вот это надо сделать. Покажи мне там. Ну, в двух словах, расскажи. Я а то я не разбираюсь там. Ну, мне интересно. Я сам, конечно, не буду делать." Да, конечно, вообще не вопрос. Смотри, вот это вот, вот мое рабочее место. Вот здесь вот я все делаю. Смотри, открывают шкаф, ящик, там коробочки. Смотри, вот у меня вот коробочки для отверточек на, на плюс, вот отверточки для минус. Открывают отверточки, там, а там они по размерам. Чик -чик -чик -чик. А вот тут вот и коробочки, вот тут болтики такого размера, вот тут гайки такого размера, тут болтики такого размера, тут гайки такого размера. И для того, чтобы ты. А, слушай, дай мне вот болтик вот такой, гайку такую такую На! Все. Вот это и есть архитектура. Это всего лишь сущности разбить по папочкам. Все это звучит элементарно, но очень мало людей, кто понимает вот эту элементарность или, или хочет ее как-то вот внедрить. Большинство думает, контроллер, давай вот в этой папке. Это в этой папке сказал Тейлор. Можно, да? А, ну все, я тут буду делать, если ты не против, да, Батя? Окей. Я в этом про обновление фреймворка рассказывал, то что как хорошо, что папка models появилась. И многие там надо мной смеялись, типа. О, ты, ты, эту херню считаешь важной? Братан, сколько людей, соискателей через тебя прошло? Через меня очень много людей прошло. И очень многие херачат модели вот прям в папке АПП. А когда у тебя проект разрастается, ты открываешь папку АПП. Вот смотри, вот тут я открыл папку АПП. И вот она маленькая. А ты открываешь папку АПП, а у тебя вот такое вот длинное полотно. У тебя длинная полоса, она туда вниз уходит. Она все папки сдвигает, туда вниз уходит. Потому что там модели лежат. Там модели лежат. И вот большинство людей, которые делают тестовые задания, я в тестовом задании говорю, мне важно вот это вот. Посмотреть архитектурное решение, следование солиду и так далее. Вот это для меня важно. Я хочу это увидеть. То есть, я предупреждаю, что я буду смотреть. Я предупреждаю, на что я буду обращать внимание. И человек мне в папке АПП делает модели. То есть, он не понимает, что когда проект разрастется, тут вот такая вот вереница модели. Он сделал это, потому что Тейлор ему так сказал. По умолчанию Тейлор так сказал. А когда Тейлор по умолчанию сделал папку Models, я думаю: Господи, спасибо! Потому что начинающие уже будут в папку Models. Понимаешь, в чем проблема? Начинающий может не соображать в шаблонах проектирования. Он может не уметь хитрые алгоритмы писать. Но если он приходит и в твоем приложении сделана умная модульная архитектура, у тебя внедрена порта или что-то подобное про порту. Он, может быть, не сможет хитросплетение с классами сделать, но благодаря тому, что он по папочкам, по этим простым законам, просто разложит код по папочкам, он уже будет понятен. То есть джуниор сможет писать более-менее понятный код, просто раз раскладывая его по, по, папочкам. Понимаешь, в чем дело? А если такое, этого нету, если он будет, вот как Тейлор, как батя Тейлор сказал, спасибо, Тейлор, там, за Ларавель тебе, все, это все приведет к тому, про, про что я вот рассказывал. И самое, конечно, печальное, то, что э, до некоторых людей очень сложно это донести. Поэтому вот я призываю убирать критику, особенно вот если нет э, опыта, не надо выдумывать велосипеды. Изучи другие велосипеды, которые тебе предоставляют. Люди тратят время, записывают видосики, там, статьи пишут. Изучи сначала это, а потом придумывай свое. И критикуй же после того, как ты вот это проживешь. Все, что я рассказал, я все это пережил. И сам говнокодил, и натыкался на свой говнокод, и натыкался на чужой говнокод. И, и приходил к выводу, что огромный кусок пласта функционала, его проще вот так вот взять, выбросить и написать заново просто потому, что там было ошибочное архитектурное решение. И, э, и было такое, что это чужие куски говна я выбрасывал, а было такое, что и свои собственные. Я говнокодить могу охеренно. Как вот в начале Лара -Ла курса меня там один пытался поймать на говнокоде. А, да ты же сам говнокодер, ха-ха-ха. А потом вырыл ямку, а потом сам в эту ямку спотнулся, упал и все, испачкался весь в, свое, в своих какашках. Офигенно я умею говнокодить. И вот поэтому я понимаю ценность таких подходов. Я знаю, к чему может привести, если делать по-другому, если делать базовыми методами. Я понимаю, к чему это приведет. Я не хочу быть человеком, который пришел на проект, насрал, потом устал от своего кода, и я уйду. Я сейчас тут ни про кого не говорю, просто сейчас, может быть, наш тимлит, который с нашего проекта ушел, может быть, он вдруг подумает, что я про него говорю. Не-не-не, я, я не про тебя говорю. Ты что? А, вот. А, см, смысле сбился. Да, то есть я, я не конкрет, конкретных людей не подразумеваю. Я говорю, что такой подход его не должно быть. Должно бы, надо смотреть в сторону обучения, в сторону изучения, а не в сторону насрал, но быстренько на сторону, скорую руку сделаю. Знаешь, программисты делятся на два типа. Можно разделить. Одному ставят задачу, вот сделать херобора X. Херобора X. И он делает лишь бы сделать. Вот как в ТЗ написано, так он и сделает. Он не думает о том, что с этим потом будет. Как с этим жить? То, что будет, если другой разработчик придет? Что будет, если придет разработчик, у которого знания хуже? Поймет он, не поймет? Он такими вопросами не задается. Сказали так сделать? Может быть, так даже делать нельзя, потому что задачу ставил человек, не разбирающийся э, в... Он просто хочет такую бизнес-логику. Может быть, так нельзя делать? Может быть, это наоборот, надо вот рассказать, что, слушай, а вот надо, может быть, так? А зачем ему рассказывать? Он, ну, сказали так сделать. Такой, знаешь, это, безинициативный. Безинициативный. Сделал, сделал. На говнокодил. на прям давай в моделях нахерачу. Вот тут нахерачу. А так у вас тут э, жирный старый код э, в контроллере. Да, толстый, контроллер, да, на 50 строк. Но я вот сейчас вот еще между 40 и 80 я еще 10 строк добавлю. Вы не против, блядь. Решение надо, проблему решить надо. Да, то есть он Это не думает, что. А дай-ка, слушай, какой огромный контроллер. Дай-ка я его разобью хотя бы, просто хотя бы разобью на методы. Вот здесь правый метод сделаю внизу, просто хотя бы вот разнесу это. А то что-то ни хера не понятно. А зачем я вот прям вот сейчас свои еще 10 добавлю строк вообще. Ненормально, красавчик буду. И все сделаю. И заказчик будет думать: о, какой классный! Быстро задачи делает. А потом, когда я не смогу с этим все жить, я скажу: давай, до свидания. Я пойду, да, дальше какать пойду. В других проектах, я же, я же этот, как его? Фул стек, ёпт. Да хера, да, сказал? Воды налил просто, обоссысь а хоть в сапоги. Ха -ха. Хоть не матерился, сдерживался. Тут на самом деле столько можно было мата понавтыкать. Столько бомбежа, так сказать. Я сдерживался, я сдерживался. Цель этого видео было рассказать про вот эти вот проблемы чтобы было осознание, для чего все это надо. Даже у самых маленьких. Поэтому спорить с этим не надо. Ты либо это принимаешь, изучаешь и говоришь спасибо за то, что тебе сэкономили время. А времени я тебе сэкономлю. Даже вот то, что с учетом здесь воды полно, я тебе времени сэкономлю. Охереешь сколько. Годы. Годы я тебя сэкономлю чем если бы ты ковырялся сам. Вот. Цель видео была объяснить даже самым маленьким, для чего это все надо. Какие пользы, какая проблема бывает и как ее можно решить. Как и э, в любой задаче по программированию, вот, или не по программированию, абстрагируемся, есть задача, у задачи может быть ноль решений, она нерешабельна вообще. У задачи может быть одно единственное правильное решение. И задача может иметь несколько правильных решений. Вот это, то, что про порту буду рассказывать, это задача, это решение. Порта это решение. Задачи, которая может иметь множество решений. Я не хочу видеть в комментариях споры о том, что это решение херовое. Ну, во-первых, спорить надо не со мной, а с Махмудом. Махмуд Зальт. Залт, если я правильно говорю. Это его детище. Спорить надо с ним. И либо ты принимаешь это, изучаешь. Если тебе не нравится, воды много. Или сама вот эта вот идея не нравится. YouTube огромный, большой. Пожалуйста, иди. Если тебе это нравится идея, но при этом ты хочешь, чтобы я вот так не рассуждал, вот это все, не рассказывал тебе, это все, не грузил тебе. Те же времени ну ты же занятой, епт. Внизу под видео, еще раз повторюсь, ссылочка, где одна суть. Вот, и на английском языке, как ты хотел. Яндекс, если вдруг не знал, он может переводить странички. Указываешь страничку, все тебе перевод показывает. Ознакомляйся. Все, на этом вступительное видео, которое хер знает сколько, я не засекал время. Много. Воды налил, как я говорил, много. На этом видео можно заканчивать. И дальше уже начнем. Разбираться, что такое порто, для чего он нужен. Мы разобрались, проблему поняли. Теперь будем разбираться с порто. Удачи тебе, жму руку, обнимаю, не болей. Все, всего хорошего. Пока. Заебал, блядь, воды лить, сука, блядь. Одна вода, блядь. Охуеть не стать блогер ебаный, блядь. Убирай потом за ним, блядь. Час времени потерял, сука. Ебать тебя за ногу, блядь.